Ты присядь пока. Ну что, бродяги, что с человеком решать будем? Сдается мне, что здесь легавкой пахнет. Это малява же. Что, маляву по делу трудно? И послаще документы выправляли. Честь добрый, бродяга Давыд, приятель мой. Как твое здоровье? От московских бродяг и басоты шлю тебе привет. Сим письмом заверяю тебя, человек, который стоит перед тобой, зовут Матвей. Матвей чист и к моему палеву не имеет никакого отношения. Шкет, уйди, а! Вообще чесать не умеешь. Давай, давай, давай. Окажите честь человеку, примите со всем радушием, на которое способны воры. Я пока кишмань на Соловках, а там куда заведет. Доброго тебе здоровья и всем, кто рядом. Лобан. Ну что от себя-то скажешь? О чем мне сказать? Лобан вам все написал. Лобан вор авторитетный. Ему перечить бы не пристало. Да я Лобан знаю. Он ли писал? В этом вопрос? Так что скажешь? Да нечего мне сказать. Сказано уже все. По мне так тут цветной сидит и к огню просится. Да. А по мне так письмо Давыду адресовано. Вот выйдет Давыд с больнички. Пусть сам эту маляву и глянет. У него глаз алмаз. Вот пусть он сам и решит. Лобан это писал, а ли кто друг? Ты иди пока вон. С Иванычем покантуйся. Давыд выйдет, сам скажет, как ты жить тут будешь.